114 магистров закончили в этом году с РФТИ и НИАУ МИФИ, 65 из них с красным дипломом. По традиции, большинство выпускников нашего вуза пойдет на работу во ВНИЭФ. С РФТИ и НИАУ МИФИ – базовый вуз Российского федерального ядерного центра. Уже с третьего курса студенты проходят практику во ВНИЭФ и, устраиваясь на работу, уже четко представляют задачи, которые перед ними будут стоять. У нас социальный пакет. Он был, есть, у нас остается самым большим в нашей отрасли. И народ, который к нам приезжает, так сказать, до сих пор восхищается всем, так сказать, у нас есть. Вот начиная, так сказать, от этого зала замечательного, у нас есть спортивный комплекс, у нас есть культурный комплекс. Выпускники с РФТИ получат диплом НИАУ МИФИ. В июне вышел рейтинг университетов, где МИФИ занял вторую строчку, уступив лишь МГУ. По последнему международному рейтингу НИАУ МИФИ вышел в алмазную лигу в топ-100 вузов мира. С РФТИ держит высокую планку, заданную главным вузом. Среди преподавателей и руководителей кафедр нашего института – члены-корреспонденты, доктора и кандидаты наук, ведущие ученые с мировым именем. Я бы хотела пожелать успехов. Я очень надеюсь, что тех знаний, которые вы получили в нашем вузе, будет достаточно, чтобы самореализоваться и чтобы исполнить свои планы. Учеба в СРФТИ – это не только лекции, практика и семинары. Хотя в научной сфере успехи выпускников впечатляющие. Для студентов в институте множество возможностей для самореализации. Это и форумы, конференции, олимпиады, участие в стройотрядах, выезды на спортивные соревнования, поездки, мероприятия совместно с городской общественностью. На выпускном студенты прощались не только с преподавателями и одногруппниками. Они говорили «до свидания» беззаботной студенческой жизни, с большой теплотой вспоминая проведенные в СРФТИ годы. Отдельное спасибо Юрию Валентиновичу Батькову за то, что вот направил как раз нас на практику, за то, что руководил нами все эти годы. И также Королевой Марине Вячеславовне отдельное спасибо. Хочется абитуриентам пожелать успехов, твердо ставьте цели и уверенно к ним идите. Большие возможности, трудоустройство и самое главное – это опыт работы будет уже начиная с третьего курса. Не каждый выпускник этим похвастается, а у нас уже как бы есть 3 года, мне кажется, это самое важное при устройстве на работу. Говорить, что ты уже что-то освоил, с чем-то ты поработал, какие-то статьи у тебя есть. Помимо дипломов, самые активные выпускники получали памятные медали за достижения в общественной жизни, спорте, научной работе и учебе.